спицы у меня 3,5 миллиметра, а вообще желательно побольше. Было бы 4, было бы еще лучше. Ниточки 400 метров в 100 граммах, в три сложения я их складываю. Вот видите, у меня клубок перемотанный, к сожалению. Ну, вот так вот. В общем, 400 метров в 100 граммах, в три сложения. Давайте я, может быть, писать потихонечку, чтобы вам я тут схемку набросала. Потому что у меня вот уже одна половинка связана. Девчонки, это я пишу для того, чтобы вы ориентировались. Если вы хотите в одно сложение, у меня просто такая ситуация. Вы, мои девчули, знают, что у меня проблемы с нитками. Вот так вот. Поэтому я исхожу из того, что у меня есть, что мне удается купить. А вы смотрите. Значит, на 3 поделить вот это, вот этот метраж, и у вас будет... Если в одно сложение, допустим, то, значит, сколько это будет? Где-то 130 метров. Даже если вы купите, я думаю, то, мягенькую такую, 100 метров в 100 граммах, она вообще будет обалденна. Потому что я вам сейчас, да, я вам показываю сам принцип вязания. Нитки у меня не подходят под эту шапку. Но так как мне нужно около 200-300 граммов ниток, потом вам скажу, сколько точно ушло ниток. Поэтому приходится вязать из того, что есть. Вот так вот. А вам советую выбрать какие-то толстенькие, мягенькие, такие пушистенькие ниточки. Набираем 22 петли. Так, в конце я делаю, как обычно, узелок. Еще мне нужна будет вспомогательная спица, которую я не взяла. Ну ладно, сейчас придумаю. Я вот так вот положу вот эту деталь уже, связанный как бы шарфик. Одну половинку, чтобы вы видели, что мы будем делать. Так, первый ряд лицевые петли. Если вы купите толстые ниточки, возьмите спицы потолще, посвободнее вяжите, будет красиво. Первый ряд, все лицевые петли. Кромочная тоже лицевой. Для того, чтобы у нас вот такой вот краешек узорчатый получился. Лицевая. Последняя кромочная. Вот он первый ряд. Второй ряд. Петлю снимаем кромочную. Вторая лицевая. Она везде будет лицевой. И в лицевом ряду, и в изнаночном ряду. Вот моя схемка. 18 изнаночных петель. Это 18 петель косы. 18 лицевая и кромочная тоже лицевая, то есть по сторонам от косы у нас по 2 петли, одна петля и одна кромочная, которые мы всегда вяжем лицевыми петлями с одной и с другой стороны. И далее мы вяжем еще 8 рядов. Сейчас подождите, я напишу. Вот это у нас, значит, первый ряд, второй ряд изнаночный. Я больше его рисовать не буду, он везде одинаковый, изнаночный ряд. И третий ряд. И далее мы как бы продолжаем по вот этому узору. Смотрите, я провязала всего 10 рядов. Здесь вот я считаю всегда с изнанки. Раз, два, три, четыре, пять. 10 рядов. Теперь мой 11 ряд. Вот я пишу. Вот это у меня будет 11 ряд. То есть мы будем делать нашу косу. Первую петлю снимаем, вторую провязываем. И теперь на вспомогательную спицу снимаем 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Вот они. Оставляем их перед вязанием. И вяжем следующие 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее возвращаемся к этой спице вспомогательной и провязываем эти 6 петель со спицы. 1, 5, 6. И оставшиеся петли по узору. Вот он наш переброс. Вот здесь вот его видно.
Далее вяжем изнаночный ряд и еще 8 рядов по узору. Вот, девчули, всего у меня провязано 20 рядов, то есть сейчас я закончила 20 ряд. И вот сейчас я вам покажу, как я определяю, где мне вязать следующую косу. Я же не буду изначально считать. То есть следующая у нас будет в 21 ряду, 21 ряд и так далее. 31, 41, 51, ну только чередуем. Я, смотрите, вот здесь, где был переброс предыдущий, я отсюда считаю 1, 2 по изнаночному ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть всего с этим рядом переброса у меня 10 рядов. Далее вяжу следующий переброс в другую сторону. Кромочные 2 петли, 6 петель лицевых. 4, 5, 6. Берем вспомогательную спицу, снимаем 6 петель. Вот они, 6 петель. Вот 6 мы... Это одна. Вот здесь меня, кстати, девчонки, чтобы вы не путались, кромочная петля, вот эта совсем кромочная, здесь не нарисована. Нарисована у меня с этой вот петли лицевой. Поэтому вот это лицевая петля, потом 6 лицевых и 6 мы снимаем на спицу. 2, 3, 4, 5, 6. Оставляем за вязанием. И вяжем. Возможно, я как-то эти перебросы неправильно нарисовала, ну, схематически. Ну, в общем, ориентируюсь на то, что это. В первом случае 6 петель остаются перед вязанием, во втором случае остаются за вязанием. Вяжем следующие 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Далее 6 петель со вспомогательной спицы. Ой! 1, 2, 3, 4. Видите, выскочили. 5, 6. Все, быстренько одену и эти две провязываю. Раз, два. Далее по узору. И продолжаем вот таким вот образом. Сначала вот этот переброс, потом этот. Видите? Вот. Вот оно готово. Кстати, будет вот такое вот скрюченное, несчастное. Не пугайтесь. Я его разутюжила. Я пробовала, девчонки, разложить. Не держит коса. Вот. Либо, как говорили мне, вот эту фальшивую нужно. Ну, в общем, у них не фальшивая однозначно. Поэтому я сделала такую косу и разутюжила ее. Разложить ее не удастся, она должна быть плоской, но в естественном порядке это не получается. То есть единственный выход — разутюжить. В моем случае, возможно, у вас будут такие нитки, которые не нужно будет, хотя я сомневаюсь. Далее вяжем вот эту скрученную косу. Сейчас я вам скажу, сколько раз мы делаем вот этот вот раппорт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раз. То есть всего 18 перебросов, но раппорт вот этот из 21 ряда 9 раз. Вязала я в длину это все дело, пока не разутюжила. Вот, смотрите, второй у меня разутюжит. Этот пока в таком безобразном виде. Потом я его разутюжу. Сейчас мы будем собирать это дело. Вот этот у меня на вспомогательной спице. Теперь мне нужно сделать 34 воздушные петли. Набираю 34 воздушные петли. 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34 воздушные петли. Сейчас я вам здесь напишу. Воздушные петли. Так. Далее присоединяем наше ушко, вот это вот, здесь у нас оборвана ниточка, я ее привяжу, потом продену. Здесь переходим на изнаночные петли, вот эти две, которые были, у нас будут изнаночные. Провязываем это ушко,
2 последние изнаночными. И снова набираем 34 воздушные петли. Снова 34. Раз. 4. Так, набрала 34 петли. Смотрим. Видите? И теперь далее мы вяжем в круговую, девчонки. Сначала неудобно, как обычно, потом оно все установится и будет все отлично. Для того, чтобы у нас не было шва и все было красиво, нам нужно вязать в круговую. Так, вот эти возле косы петелечки мы переводим в изнаночные, делаем из них изнаночные. 18 петель косы. Косу будем вязать, как и вязали по схеме. Между косой у нас будет 10 изнаночных петель. Сейчас мы их распределим в круговую и будем вязать вверх. Так, 10 петель между, вот коса закончилась, теперь я вяжу 10 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, девять. 10. Далее 18 петель косы, лицевых петель. Восемнадцать, 10 изнаночных, промежуток между косой. 18 петель косы. Так, 18 петель косы провязала. 10 изнаночных. Раз. Так, 18 петель косы. 3, 4, 18 и 10 изнаночных. Так, замкнули мы круг, распределили петли. Таким образом у нас, девчонки, сейчас я нарисую. Вот она шапка. У нас образовалось 4 косы по 18 петель по бокам. 18, 18 и 18. 18 на 4, 72 петли. И здесь вот по 10 изнаночных. 10, 10 плюс 40 петель, 112 петель. И вяжем по кругу, выполняя наши косы по схеме до макушечки. Так, девчули, смотрим. Вот оно, я провязала. Сколько? Раз, два, три, четыре раза я сделала переброс. Вот так вот вырисовывается наша шапочка. И теперь будем делать убавление. Убавление по такому принципу. Значит, в этой полосе, где изнаночные петли, мы будем провязывать 2 петли вместе в каждом втором ряду. То есть, ну, если это считать первый, второй, значит, через один ряд, чтобы было понятно. В одном сокращаем, во втором не сокращаем. Так, и то есть в конце, именно в конце. И в конце косы мы делаем то же самое. Везде, во всех четырех местах и во всех, то есть 8 раз в одном ряду
Вот 10 здесь в конце, здесь в конце, здесь, 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 здесь и здесь. Один ряд. Второй ряд вяжем без ничего, без изменений. И в следующем ряду снова. И так в каждом втором ряду через ряд. Всего я сократила. Вот здесь вот видно момент сокращения. Здесь и здесь вот. Видите, раз, два, три, четыре, пять раз через один ряд. Теперь я еще 4 раза сокращу в каждом ряду. И еще, смотрите, у меня подходит время переброса. Еще сделаю один переброс. Хотя здесь не хватит, возможно, одной или двух петель. Но я сделаю, допустим, 5. Переброшу с 5. Поэтому все-таки, чтобы сохранить эффект этой косы, я все-таки сделаю переброс. Пусть поменьше, но я его сделаю. Вот, еще 4 раза делаю убавление в каждом ряду. Вот, смотрите, это все мои сокращения, то есть 9 раз, как я и говорила. Теперь я буду совсем давать, сводить на нет вот эту макушку. Для начала вяжу по 2 петли всю. Вяжем пару рядов, вот так вот по 2 петли все сокращаем, прям по кругу так. Уже без никакого узора. Макушка здесь закроется помпоном. Чем меньше петель останется, тем лучше. Далее берем иголочку и будем стягивать. Продеваем на изнаночную сторону. Для того, чтобы сделать вот так аккуратный кантик, видите, вот такой вот, беру крючок и нитку в два сложения и начинаю вязание где-то отсюда примерно, вытаскивая петелечку. Так, вот здесь, вот где у нас коса, я просто складываю, делаю вот такой вот загиб и фиксирую. То есть провязываю полностью, протыкаю эту как бы складочку. Так, вот еще захвачу. Вот, и до конца ряда. Вот видите? Зафиксирована наша коса. Ну все, мои хорошие, вот готова наша шапка. Помпоны здесь я сделала 2 поменьше, ну не видно на камере, здесь побольше. Это уже ваш выбор, какой его делать. Там прям на фотке он огроменный такой. Ну, я побоялась, что он будет слишком тяжелый, даже голову будет тянуть. Если у вас ниточки будут такие воздушные, то тогда делайте большой. Ну, в общем, это уже ваш выбор. Далее, что хочу сказать. Ниток у меня ушло почти 400 граммов, где-то 380, поэтому приблизительно... Это вы ориентируетесь по вот этому как бы факту. Еще измерила я, значит, 120 сантиметров у меня все целиком, и шапка, и шарф вот этот вот, длина 120 сантиметров.
Ширина шапки 27 сантиметров, но это вот так в свободном таком падении, вот так вот она лежала, я померила. То есть она еще тянется. Высота 22 сантиметра. И что хочу сказать, если вяжете ребенку, и она глубокая, начните делать убавление раньше, вот здесь вот примерно. То есть я вам показала принцип, а вы опять же, девчульки, ориентируйтесь на свои головушки, на головы своих детей, то есть меряйте, меряйте, увязанные вещи нужно мерить. Еще что хотела сказать, скорректировать еще вы можете, если нужна меньше шапочка или нитки у вас другие, вот если вам по вот этому количеству петель, корректируете вот в этом месте, где здесь у нас 10 изнаночных, их можно сделать 5, их можно сделать 6, их можно сделать 15, то есть смотрите, здесь корректируйте как бы объем. Вот, все, разутюжила. А, что еще хотела сказать. Вот это, эти вещи я разутюжила. А здесь я просто утюжком саму косу вот так вот взяла, прижала немножечко паром. Видите, чтобы она немножечко сплющилась. Совсем чуть-чуть. Вот, в принципе, девчонки, все. Я считаю, мы молодцы. Мы все сделали. А, еще одно. Еще не все думаю. Что же я еще хотела сказать. Для совсем маленьких деток я бы сделала под подкладку обязательно какую-то, может даже старую шапочку, может сшитую, может связать из остатков ниток, но чтобы она была тепленькая, сделайте ребеночку подкладочку, еще как бы двойную шапочку. Так, все, девчулечки, с вами была Вика, школа рукоделия, я с вами прощаюсь до следующего мастер-класса. Ну все, всем пока-пока и спасибо за просмотр.